Coca-Cola не намерена сокращать инвестиции в Россию, несмотря на неоднозначную политическую ситуацию в мире. Наоборот, мощность московского завода компания увеличила на 30% до 3 миллионов литров в сутки. Новая производственная линия обошлась в 10 миллионов евро, рассказал РБК генеральный директор Coca-Cola в России Стефанос Вафиидис. Он также уточнил, что общая сумма инвестиций в завод за 3 года составила 50 миллионов долларов. У компании также есть планы модернизации существующих заводов и развития новых направлений. Поддержать идеи развития промышленных площадей готовы и в правительстве Москвы. Новое производство дает городу рабочие места, причем не только на заводе. Так, одно место на новой линии предприятия создает 10 мест в смежных отраслях. Кроме того, увеличится налоговые поступления в бюджет. И за счет снижения необходимости в грузовых перевозках улучшится ситуация на московских дорогах. За счет того, что раньше вот эти производства были разбросаны по другим заводам, в том числе в России, сейчас компания концентрирует все это здесь, и гораздо меньше нужно каких-то транзитных перевозок, связанных с сырьем, с оборудованием, с полуфабрикатами. И компания нам гарантировала, что транспортные потоки именно грузового транспорта будут уменьшены. Я рад, что несмотря на все политические разговоры и сложности, которые сейчас существуют в мире, компании, западные компании продолжают оценивать Москву и Россию как интересный перспективный рынок. И не просто оценивать, а доказывать это делами, доказывать инвестициями.